Итак, всем привет, друзья мои, с вами Сокол, и опять немного об новом игровом событии в игре Акулы. Вот событие называется «Вурдалаки и гоблины». Смотрите, значит, переходим в подробности, смотрим, что выпадает. Ящики, памятные монетки с черепами, красивые такие. Вот памятная монетка и плюс какое-то надгробие, не знаю, что это и для чего. Но выглядит по-новому, так что надо играть, смотреть. Что ж это за надгробие, для чего она применяется. Вот ящики, как видите. Ну, все то же самое. Плюс куча новых скинов. Куча возможностей заработать новые красивые скины. Так, также не забываем про квесты. Выполняем квесты, получаем ящики. Я квесты, как правило, выполняю или живыми людьми, или лучше всего на частном сервере. Создаем свой сервер, приглашаем обязательно друга. Выбираем любую карту, ботов пассивными. Вот здесь пригласили друга, создаем сервер и вперед выполнять квесты. Так, вот он ящик новый, который мне уже выпал. Что я думаю, откроем, попытаем удачу. Итак, минута внимания. Гляньте, какой красивый водолаз. Блин, ну, как всегда, фигня. Ну, ничего страшного. Что делать? Применим его. Будем им убивать акул. Так, далее что мы? А вот сейчас наведу на ящик, посмотрите, что здесь выпадает. А я на этом буду заканчивать. Всем удачи, всем хороших скинов. Всем пока-пока.